Ребят, мы впервые за последнее время записали смешной ролик. И это новая рубрика, которая продержится 3 выпуска. Сегодня в течение всей катки мы будем хейтить одного игрока. И сегодня им стал Шарф. То есть он может сыграть очень хорошо, делать фраги и так далее, но в каждом раунде мы будем его мошнить, хейтить, оскорблять и выводить на эмоции. Просто так, и мы посмотрим, какая у него будет реакция. Насколько он сможет держаться до конца. И сможет ли он вообще это сделать. Если ты хоть раз улыбнешься, то давай поставим лайк под этим роликом, чтобы ролик бы еще больше людей увидело. Кстати, все эти катки я играл на коврике Cybershock X-Dark Project. Если хотите играть на нашем коврике, то you are welcome. Осталось всего 300 штук в резерве, поэтому поспешите. Ссылка на Озон есть в описании этого ролика. Стоит он демократическую цену. Погнали. Давайте, мужики. Давайте. Давай, Эрик, раскидываем и так. Кто где играет? Я на голову. Вы даже не поприветствовали. Всем здорово! Я шорт играю. О, я на бэмп. Алло, ебан, ты куда идешь? Сейчас, сейчас, это двойная, это новая. Лысая тактика, Африка, спалась отсюда. Это лучшая тактика. Это моя позиция, блядь. Полоса, полоса. Иди на ада. Ребят, это... Да ко мне мусор пришел тут на шорт, блочит. Сэндвич. Убил одного. Я поехал. Тройка, по-моему, не? Какая тройка, блядь? Ниже, ниже, ниже. На нож! Найс! Хорош, 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 Диана. Ребят, это было сильно сейчас, это было сильно. Лех, кинь флешку. Да, брат, фанбет готов. Лех, Лех, кинь флешку, апарта, я пикну. Даю. Даю. Что это за... Да, хорош. Но... Еще там, еще там, еще там, еще. Лёх, лучше бы ты играл, блин, а не вот так не занимался. Пит вышел. Шорт. Мертвый. Дань. Пит вышел. Сейчас, подожди. Я тебя сейчас ебал. Видел чела. Все, у вас яма. Не стрелять, яма. Не стрелять по врагу. Пушишь. Только не с ножом. Только не с... Блин, он сидит рофлит, блин, смотрите, он просто с ножом идет. Он с ножом идет. Лёх, ты совсем смешаешь. Хорош, Диан, жестко, ты чела. Какого хуя мы играем Unranked, Эрик, ты можешь объяснить? Это Unranked? Это Unranked? Ты чё, подумал, мы не затащим на бирку так или что? Двое, двое яма. Апсы! Апсы, апсы. Убили нит. Лёх, как обычно, сдох, да? Я правильно понимаю? Обычно! У меня одна смерть! Лёха, инфу скажет? Где последний был, Лёх? Меня, сука. Скамейка, скамейка. Какая скамейка? За стол, блядь, называется. Скамейка. Ой, блядь, видел. Скамейка. Втроём Б, давайте сыграем. Можете без мида играть, голубой? Давай, да. А ну, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Это новая позиция. Меня с моей позиции выгнал джойстик. И ты пришел на мою позицию. Ну ебать. Кстати, реально Лёхин гад. Хоть что-то полезно. Еще там мид, еще там мид. Палос вышел. Лёх, ну куда ты ушел? Палос вышел. Да ёб твою, вы что, рофлите? Давайте в пятером ас сыграем. Пуш, просто яму запуш. Давайте просто в яму летим. В яму. Даже с авиками. Пойдем, 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 пойдем. Давай, давай, флешку дал. Аккуратно, Эрик. Хороший флеш, кстати. Давай, Лёх, иди. Я иду. Я... У тебя Dragon Lore. Давай, поехали. На тупой, на тупой. Лёха, вышел уже? Лёха, инфа, Лёха, инфа. Шорт двое, шорт двое, еще, еще шорт. Ой, форест, форест. Меня убили. Шорт еще, тип. Бля, бля, ну авик. У нас авик, у кого сейчас был? Да Лёх, должен был попадать же по всем этим нубасикам. Ну, либо инфу. Сука, я тебе сейчас рот вскрою, нахуй. Что вы, пи***те на меня, все накинулись. Токсики. Давай тут Лёг. Блять, что это за мусор? Какой ужас. Он, если что, в андере, но это такой, он агрессивный, но в то же время безобидный. У него семья. Он ко мне прибежал, он ко мне прибежал. Ну и так, аккуратно. Нормально, команда, нормально. Что я сейчас увидел? Я через кон сыграю, соло. Давай. А ну. Понятно, Лёх. Как сол сыграл? Это был мой. Стейрс, стейрс, стейрс. Тебе стейрс составляю. Это был тоже мой. Джунгли, джунгли! Сити последний. Лёха, убить не мог? Откуда? С джангла? Сити. Режет. Вау. Ты это видел, да? Погнали резать, это нормально. Давай, идея. Давай, режь, режь, режь. Супер, молодец. Давай только без миража пойдем. Давай, выберем твою карту. Давай, нюк.
спасибо. Мид. В соло будешь играть? Да. Дайрон бусин, Дайрон бусин. Идет. Стой, Дайрон бусин. Давай, 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 арбуз, давай, давай. У нас Аликов в кассе. Отлично. Отлично! Вот это да! Лонг! Вот упал на... Эрик, у тебя бомба C4. В общем-то, смотри, суть игры CSGO заключается в том, что эту бомбу нужно поставить на плент. А или Б. И вот только что мы вышли прямо на плент, ты взял эту бомбу и съебался на... Пойдем на лузы, да. Ну так ты возьми бомбу, Лёх. Ты мог попросить, кстати. На, Лёх, пойдем. Да пошли. Что, только по одному не играем? Лёха, по команде, ребят, мы звездный стак. По одному не играем и смотрите на радар. Я Люркрик. Ребят, ну мы же звездный стак. Вы меня задизморалили. На эту флешку. Кстати, хорошая. Работает. Опа. Такой уже не контроль. НТ-шечка. НТ-диан. Хорошая наводка. Хорошая. Она с наводкой ебать, да? Уже ты с наводкой. Ну что-то не идет буллинг, пока у меня больше киллов в два раза, чем у тебя. Иди еще раз в лоу рестлейся. Сейчас пойду, но без зависти, окей? То есть, что у меня на фраг больше, не нужно завидовать. Я понимаю, тебя рвет сейчас изнутри все. Ничего ты не понимаешь, иди. На поддержке. Справа. Давай, ворот. Двое, двое. Найс, прикрываешь. Да закрой пасть свою. Лёха бомбу скинул, не забрал. Давай, забираем. Закрой пасть свою, я замучу тебя. Не разговаривай, ты вообще не обращайся ко мне. Что, в грязи ищешь? Ну потому что борщишь, я тебе говорю, завали уже свою. Он, ребят, не ссорьтесь. Сейчас возьму раунд. Алик, да, давай. Алик, что с тобой? Ну а это... Ига, аккуратно. Что взять? Смотрите. Тихо, какую гадость ты сказал? Я не хочу раунд брать после такого. Я не хочу брать раунд после такого! То же самое говори, то же самое говори. И ты будешь прав. Я дал минус 4, и меня Эрик просто сбил с мотивацией. Алик, все хорошо было, правда. Сорян. Я думал, раз ты на фане убьешь. Диан, ты как там? Не в тильте? Ну, немного неприятно вообще. Лех, что-то не с той ноги встал, мэйби. Я... Ух. Ой-ой-ой. Ух, ебать, Эрик, найс. Дверь. Ой, пошла. Окно тоже. Полас, полас. Ну это бахмальство какое-то пошло. Али! Хорош, ребят, все. Надо вот команда действовать. Кроме Лёхи. Спасибо. Диан, голонг на ноге. Уго. Чё-то Диана вообще в тильте, мне кажется. Ну, Лёх, ну извинись. Зачё? Вы сидите в два рыла, сидите, накидывайте на меня, вы ебать, что ли, совсем? Давайте эти разборки после ролика. Мы вроде все спокойно друг к другу относимся. Да, сейчас будем делать вид, что все отлично. Масочку напяльте. Да все, надо снять напряжение. Давай, Данёк, анекдот. Короче... Портсигар... Хорошая, Данёк. Без папер. Хорош. А инфу? Лёх, ты не говоришь? Какую? Я убил мидл. Супер. Ебать, Лёха. Видишь, когда злой, как хорошо. Найс. Хороший, Эрик лучший. Брат, спасибо. На тёмке, в тёмке, в тёмке. Просто пи***ет. Эрик. Давай, давай, давай. Смог медвить. Хорошо. Супер, Лёх. Сюда. На коробке. На коробке. За коробкой. Двое Б. Настрой, настрой. Как на туре готовился. Ну я ж любя, блядь, я ж привык, что он так со мной общается. Не, сидишь и комментит абсолютно каждый мой мув, что бы я ни сделал, из-за вонючего рта летит комментарий, что я что-то делаю не так, даже когда я иду охуенно, комментирует абсолютно все, что бы я ни сделал, и сидит этот узбек, подкомментирует ей в ответ, Леха мог то, Леха мог это, Леха мог лучше, и сидят в два рыла, меня хуй. Когда я залетел, я залетел на нам вайбе, нормально общаюсь, меня в два рыла сидят два хуйца. Я привыкла, что ты общаешься. Сами играйте, сами угорайте. Я буду бегать АФК рыло. Вам надо помириться с Лёхой. Давай, давай, да.
Не, с Лехой вообще не ссорился. С каждым раундом Леха будет просыпаться, нужно выигрывать. Да просто надо извиниться всем. Ну и. Извините, ребят. Ребят, вы меня простите. Извините тоже. Извиняемся все. Трампа уже аккуратно. Втроем. Го выбьем гана, Лех. Я побайчу на себя. Пришел. Есть бокс. И забайтил, вроде как. Хорош. Но нормально сыграл сейчас? Леха, ну уменьшить. Ну расхвалили, извините. Эрик Сайбершок, скажи на миду, где чел прячется. Давай, давай. Попробую убить его. Никого, бро, никого. У нас базар. Три бинокля, блять. Есть Б, есть Б, меня трахин. Не, реально, го закомбэчим, это можно закомбэчить. Ой, я тебе флешку сейчас в рыло дам. Да, давай. Хорошая флешка. Кинул. Он психопат больной на голову, там трое твикси, Даня Шостик, еще! Даня! Это Даня! Это Данек! 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 Инфа! Шпарт! Прошел уже. Не прошел. Это что? С задержкой. Он на Сурс втором уже играет. Тихо. Опа, слышишь? Не иду. Блин, он ходит и стреляет постоянно. Диана, ты тут? Ты был? Да, я тут. Можешь выйти? Я в спину побежал. Готов? А ты поворачивайся. А чё, они вышли? Да, вышли. Они очень хорошо вышли. Их до миллиард! Еще. Внучки. На этого! На нож! Ребят, показываю. Ага, смотрим, Дань. Смотри. Дверь на Е открывается, ты, видимо, не можешь забраться. На Е, на клавиатуре, возле W, вторая клавиша, сразу же, справа. Это что? Я вижу, нашел. От W, справа, вот, оп. И ЛКМ стрелять. Угу. Но если бы Леха под руку не пи***л. Тише, будь нахуй, гном. Я как ассасин. Где он? А где? А вон он. Я как ассасин. Дай. Где Леха? Обезоруженный хуй! Цыбать! Ну, только с по 90 и может стрелять Леха. Ты назвал его нубом сейчас, а правильно? Не, просто слабеньким игроком. Ну, а я что, не прав? Ну, открываем таб, и что мы видим? Ебаная бомжара бородатая! Почему-то в табе в списке ниже бота Денджер Лехи. Что значит? Что значит, Эрик? Фу, говори, что это значит. Ой, а кто это сдох первый-то? Что это значит, дружок? Ну и давай, я посмотрю, как ты сейчас играешь. Давай, Лех. Показываю. Давай. Трюки, приколы, лайфхаки, фишки у Хабирна. Над нами бе. Леха, куда нам скопы? Бамс. Манда бомжей, все на эту крышу повылазили, идиоты. Чисто. Придурки. Чевен. Нас с Зусавиком. Он взорван. Я помогу тебе. Ты ебать. Сука, Ерик, ты конченый дебил вообще, блядь, это пи***а. Как у нас Лёха сейчас умер. Видел, что произошло. Я бы тебе сейчас ноги оторвал в реале, я клянусь, чтоб ты не бегал и на респе просто как гриб стоял. Ты кинул гранату от меня? Я даю типу два хита в ебало с Мак Севена, думаю, сейчас дам хаешку ему в рыло. Этот, блядь, сука, бородатый, он берет перед ебалом, прыгает, у него хае бьется ему об голову, отлетает мне в ебало, я взрываюсь, тот чел живой с авиком. Не, ну... Если умел кидать гранаты, такого бы не было, Лёх. Конечно, где надо потренироваться? На кибершоке есть? Ну да. Конечно, там сильные игроки для тебя будут. Понимаете, дверь вышла. На его гранаты. Ты опять сдохла, что ли, первая? Да. Спектатор. Я специально вздыхаю, что смотреть за бомж... за потом. Учиться? Да. Если что, на бочке большой. Смотри спиной. Ты в лицо не можешь убивать? Нет. Давай, в лицо убей. Дружище, это называется занятие правильной позиции, чтобы застать врага врасплох. В спину, нормально. Хорош, Дань. Продал меня, очевидно. Ты я только пришел, хуй.
Да я видел, что ты долго бежал специально. Фрагов не делают, но обзывают команду, но это нормально? Я сделал только что фраг, а ты дохнешь каждый раунд. Заметь, у тебя 9 фрагов. Но ты фраги тоже не делаешь. Ты сделал единственный фраг в спину, чел. У меня 8 было, ублюдок. Ну вот, один фраг в спину, 9 уже. Так у меня-то 11! А у тебя как было, так и осталось! Стабильно. Сука, математика, ноу. No. Боже, опять сдох. Показывай, смотришь? Тут рядом. Аладдинский мув. Это Леха? Давай, Леха, отыграй. Учись. Я дал тебе шанс там фрагом сегодня мог. Давай, сделаешь хоть фраг, за 10 раундов напишешь. Минон на первом месте. Как это понимаешь? Ну, палка стреляет раз в год. Что-то по тебе не видно, слышишь? Почему все упускают вообще из видения то, что у нас запугивающая азиатка в команде, которая бегает и по стенам просто стреляет? Ну, тише. Но я не особо громко, кстати, это говорил еще. Почему все упускают из виду, что у нас в команде запугивающая азиатка? А то, что у нас в команде бот по имени Леха. Показываю. Давайте за мной, боты, научу вас играть. Давай, оружие в руки взяли, посмотрим. Тяжелая артиллерия, тяжелые пистолеты, так что в голову убить с первого патрона. Только Даня, Даня хорош. Дань, пожалуйста. Только не выше, луби. Выше меня в табе будешь, разрешаю рот открыть. Чем разговаривает? Шок отбился. Ну, неудивительно, неудивительно. Шок на связи, смотреть дверь, приказ. Охуеть. Как ты грязно общаешься, Лех. Это еще без мата. Еще. Левая сосиска и главная дверь. Братаны, главная дверь. Гамарджоба. Он не понимает вообще. Посмотри, он не от мира сего. Он перезарядил авик, чтобы сейчас взорваться. Это вообще просто мусорно. Почему ты меня хейтишь сейчас, Леха? А, потому что ты на меня хейтил. Когда я на тебя хейтил? Всю игру. Все вообще псих просто. Не, ну я на месте Лёки бы тоже смеялся. Попадать не попадаю, просто смеяться. Он отбинул таб и пробуется или что? Я нажму вместо него. Чел сделал 2 фрага. Да какие я важные дела делал. С тех пор, какие важные. Алик! Да ладно, Лёх, не страдай. Погнали, доиграем. Я страдаю? Эй, я киберспорт. Лёх, соберись давай. Доиграем уже. Heaven. Без хуйни на мувик сделай что-нибудь, чтобы, ну, реально в хайлайт. Показываю. Вначале. Это на хайлайт вначале должно пойти. Бля. Лёх, надо что, тренироваться. Что это было? Дань, разбери. На Сайбершок явно не заходил. Сайт 2. Дай ему, пострелять. Да ебана, блять. Ладно. Все виноваты, кроме него, слышите? Ты дал всю игру на меня пишешь. Молчать, манки. Я его замутил. Ребят, давайте финально за***ть его, пожалуйста. Ну давайте. И сейчас уже признаемся. Давайте, раз, два, три. Да ладно, Лёх, ты хуй игрок. Да закрой пасть свою. Ты опять начал как животное себя ебаное вести. Вот реально хуй выиграл сегодня. Да мне хуй, блять. Ты че, рофлишь, что ли? Ты сегодня вообще на голову. Впервые вижу Лёху не на топ-табе. Я его впервые вижу на втором месте. Обычно с конца. Короче, Лёха, что с настроем? Иди на... Лёха, какие у тебя мысли? Иди на... Не, мы хорошо сыграли. Пошёл. Почему я собрал именно этих людей? Ебаный хуй. Лёха, мы снимали ролик, как мы 3 катки подряд тебя хейтим. Я в ахуе, что Лёха до конца продержался. Короче, мне кажется, ты в конце понял, что творится, и начал уже на нас атаковать. Я думал, после первой Лёха ливнёт, клянусь. Я думал, всё, пиздец. Должен был ливать. Потом вторая, третья. Блять, мне вот такие пи***ки. Ну есть было, просто пи***ки. Я еле сдерживалась. Диана, вообще, я не мог. Я вообще не мог. Были бы вы рядом, я бы вам еб... Мне так не хотелось. Я только просто, ну, думала написать ему, типа, подыграй, пожалуйста, извини
меня, я так думаю. Я отвечаю вам, вы просто куски говна все ебать. Короче, две ч**ки в конце палева дали. Да мне Эрик такой, газуй, газуй на него. Гнать начали, уже просто не попало. Я уже хотел заканчивать просто, потому что очень долго тянулось. И мега просто уже одно и тот же. Лёх, ты слабый, Лёх, ты слабый. Сука, у тебя словарный запас и слово, нахуй, или что? Если тебе понравился этот ролик, ты порофлил, посмеялся, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А я пошел пранковать другого ютубера. А кто же это будет, я напишу первым делом в моем телеграм-канале. Пока.